Психопат-убийца. Смотрите, сейчас я его подловлю. Так. Есть! Есть! В попе шерсть. Ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Дар Драгон, Чебузаврик, Бродяга. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Что-то у меня каникулы. Сегодня мы играем Гаррис Мод. Самая крутая рубрика на моем канале. Аниматроники пугают охранника. И как и обещали, сегодня у нас будет 2 на 2. 2 бешеных аниматроника и 2 каких-то конченых охранника. И себе тикоштебря там пикета, а мы будем начинать. Так, Драгон, давай, короче, будем окружать. Сначала вам, пацаны, репетиция, а через пару мгновений мы включим вам... Смерть. Нет, мы включим так, чтобы у вас тратилась энергия. Не закрыл двери, да? Да. Так, сразу вижу, что у нас сегодня профессиональная игра выйдет. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся снять что-то очень крутое, веселое, то, что поднимает людям настроение, тем самым продлевая жизнь. Правильно? Правильно. Да. Я в туалету, подождите. Так, я включаю кнопку им. Пацаны, вы готовы проигрывать? Нет. Так, свет выключили в туалете, кто сделает? Это я выключил свет для того, чтобы тратилась у них энергия. Не надо, дядя. У них теперь полоска зеленая идет вниз, если будет двери держать закрытыми. Ну мы не будем вас сильно уничтожать. Дурак. Двери убили. Я же вспомнил, ребята, что на этой карте двери убивают. Блин, настроение отличнейшее. Так, а ну иди сюда. Драгон, а ты где? Я прям в реальной жизни головой кручу. Никто ж не видел, как я записываю аниматроники. Чеба, давайте, зато я за этой. Так, давай, давай. Я, подожди, другой режим могу включить? А, могу. Эй, да нормально все, не переживай. Я пока их отвлекаю, а Драгон их мочит. Это очень классная техника. Ой, блин, я не то нажал. Это спамищи. А я случайно, не хотел. Подождите, походу мышку съели, пришел ку... А, я ничего не вижу, я слепой. Так, 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 подождите, реально. Анимация прикольная. Это я звуки издаю, кстати. Я могу прыгать. Так, вставай, иди, мужик, хорош. Иди, мужик. Какие-то странные у него анимации. И ты глаза выбью сейчас. Если ты будешь так делать, я тебя убью. Кстати, у них энергия тратится, отходим. Да блин, я не успел, у меня анимация не дала. И сколько там наполовину? Боитесь? Так. Давайте возьмем другого аниматрика. Давайте тех, кто реально мы давно не брали. Мне нравится, как у него именно звук ходьбы классный. Дима, что случилось? А нет. Ах ты, блин! Так тупо медленно шел, они еле двери успели закрыть. Ну, это было бы странно, если бы они... О, привет, привет! Ты так быстро? Драгон, я не хотел, я не хотел. А ладно, вовсе. Ладно, хотел. Ты не хотел или хотел? Я вижу на весь экран бомбовые. Так, давайте возьмем кого. У нас еще есть. О! Я хочу взять, я хочу. О, взять. Я хочу взять, знаешь, кого, который разговаривает. Я понял. Мне интересно, вот эти убивают? Закрывай двери! Потихонечку идем, не спеша. Успеется. Отбивание идет! У нас же вроде аниматроники, эй! Вы пишете игру! Куда ты? Ушел от меня? О! Все вам жопу, пацаны! Уже по-другому разговаривает. Так, 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 давай будем обманывать. Ей! Я в это время нажал удар, да как? Ты чё? А, я ж переодетый охранник. Я иду переодеваться опять, костюм одевать аниматроника. Все сходится. Наоборот, получается, аниматроники не нас пугают, а мы их пугаем двери. Ну, получается, что да. Эй, Дар Драгон. Хорош. Успокойся. Я на охранника погнался. Ой, там тут какой-то скрипт. Вы слышите? Привет. Ой, успею. На кого ты рассчитывал? Чи, на что ты рассчитывал? Ой-ой-ой. Так. У нас кто-то включил медиаплеер. Это музыкальный аниматроник с JBL-колонка встроена, да? Так, Драгон, давай, короче, собираемся здесь. Пусть они освоятся. И мы на счет три вместе побежим. Ты на ту сторону, я на ту. Ты готов? Раз, два и не надо. Раз, два, три.
Оп. И песня закончилась, как. Так. Я вас на камерах вижу. Есть! Ну зачем ты дверь открыл? Ты же видел, что я. Ребята, мне нравится. Сегодня играют очень-очень умные охранники. Ну что, время чморить их? А ты готов их прям. Ты хочешь прям сильно их убивать? Дядя. А где? Подожди, другой режим есть? Нет, другого режима нету. Так, это кто-то арахит. Sorry, boss. There's only two men I trust. One is you. The other is not you. Sorry, boss. There's only two men I trust. Так, другой режим. One of them is me. Я ушел. Вот он невидимый там стоит, смотри. Пацаны, вы готовы умереть? Не надо. На, готовься, готовься, я иду. Ну да, да, да. Sorry, boss. На пистолет. There's only two men I trust. Он не боится. Давай возьму вот эту, я давно их не брал, я хочу взять их. Так, я знаю, как контрись одну. А зачем ты дверь открыл? Ты не видел меня, что я за углом стоял? Нет. Так, сколько у них энергии? У них энергии мало, ребят, но это очень хорошо. Это очень хорошо. Так, кого же нам еще взять? Блин, надо было добавить тут новый пилпак. А, его нет, может, его на доработку его отправили. Постоянно новые пилпаки доделывают. Нет, какой-то резок. Бродяга, ну смотри тут, Вер, чё я один должен играть? У нас же есть аниматроники Security Breach. Я вспомнил. Иди в жопу. Да ё-моё, как это контрить? Слева и справа. Ну, да, готовьтесь. Я там уже заслежу. О. Потихонечку смотрю. Продвигаемся. Готовы закрывать? Другой режим. Отлично, отлично. Закрыл. Он закрыл? Он закрыл, он умер. Дай. Ах ты, ну хорошо, хорошо. Готовьтесь, через 3, 2. Не надо. Иди в жопу. Отлично. Да чего он так спокойно проходит к вам, вы ему ничего сделать не можете? Шит. О, смотри. Я не знаю, это реально. А я иду гуляю по пиццерии. Охранников ищу, чтобы замочить. Новая песня, ребята, от Димаса. Играть не умеет у меня бродяга, он закрывает. Так, блокада, блокада дверей, не пустим никого. Уйди отсюда. Ладно, давай уйдем, чтобы у них было время. На, в глаза мочу. Так, нифига себе ты взял бешеного аниматроника. Ты что такой псих? О, дай вот это. Успокойся, психопат. Быстро, говоришь, да? Неудимки давай выходи. Так, у них очень мало энергии. Сейчас у них дверь откроется, и тогда они станут доступной мишенью. О, давайте, когда у вас кончится энергия, вы сможете оружие использовать, только не мощное. Я один играю, Дима, ну как? Нифига подобного, я тоже... Ага. Не успел закрыть. Успел, но я убежал. Я взял с такого же пака, как и ты, аниматроника. Не надо. Фокси надо брать, он быстро. Он очень быстро. А крячка тоже быстро. Смотри, какая скорость у крячки. Так, у них двери закрыты. Нам не обязательно даже туда подходить, у них энергия и так тратится. Просто стоим, ждем. Иди отсюда, крячка. Ах ты, блин, ну успел, молодец. Молодец, я не спорю, не спорю. А так хочется его убить. Ну что, успеешь? Успеешь закрыть двери, когда я подойду? Отсюда добегу. Смотрите, ребята. Очкошник. Да не ссы. Ах ты, блин, ну за... Но я же целился, ты чё не попал? Кошмар стоит под дверями. Он же двери закрывает. Уйди отсюда, разбийник. Смотрите, сейчас поймаю. Я психопат-убийца. Смотрите, сейчас я его подловлю. Так. Есть. Есть. В попе шерсть. Ну блин, ну че я не могу поймать? Ты тоже не можешь половить их? Ну ничего, сейчас я подловлю, я же псих. Да блин, если Дима бачит на дверь. Я тебя обманул. Эй, ладно, ладно. Нормально, пойдет. Прибил ей дверь, и аниматроник еще сверху на голову сел. Все сходится. О, какой здоровый. Так, а ты кого взял? Твистед, что ли? Да. А что в жопу? Вот какой есть у нас.
О, какие звуки класса он издает, слушайте. О, какой здоровый! Нифига себе, ты как вообще тут ходишь? А чё, жопу пиздит волк? Ой, еще один пиздит пони пришёл. Хорошо, 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 пацаны, вам везет. Вы сегодня добрые аниматроники. Че, пару минут? Так, 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 так. О, бери плюш трапа, давай маленькими будем, будет прикольнее. Давай, 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 будем сейчас угорать с тобой. Ну что, пацаны, а маленьких тяжелее будет поймать. Так, 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 побежали, побежали. Отлично, видишь? Видишь, как легко маленьким? Так, Драгон, ты хороший ноги грызть. Уходи, подлец. Видите, грызят его ноги. Погрызь им полностью все костяшки, аккуратно. Это же новые люди, охранники. Опа. У них энергия кончилась, отлично, ребята. Ну что, вы готовы умирать? Заныкался, заныкался. Оружие можете использовать. Так. Оружие, подождите, дайте мне его взять. Так, 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 мы сейчас тут включим. Отлично, свет включим. Да будет свет. А чё я умер? А я не знаю, тебя, наверное, Дар Драгон убивает на крысу. Да? Так, там пасхалка, покажу вам. Челик мертвый лежит, смотрите. Это очень классная пасхалка. Кто не знает, на карте она есть. Ой, я его съел. Прикольно. Два чата не могут никто не поймать. Че, давайте, берите оружие, любое можете использовать. Так, 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 где они? А, вижу! Бродяга, молодец, красавелла. Не умеешь пользоваться пригвождателем, засунь его, знаешь, куда себе? А, я застрял, нет, не застрял. Сейчас он его подловит, смотрите, со спины. Молодец, Драгон, моя школа. Хорошо. Так, сейчас, 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 сейчас. Я попасть. Драгон, прекращай, я же наполовину свой. Я не того. Дай, дай, дай отойти нам, давай мы уйдем. О, я хочу, знаешь, что чувствовать? Я опять застрял. Не работает, стоять, подождите. Так, ребята, мы сейчас, короче, будем бомбу залаживать. Где эта моча? О, может, а что у нас есть такое, чтобы поджечь карту? Давайте подождем, чтобы сгорели охранники. Так, сегодня у нас, короче, методика всех сжечь. Какое у нас поджигательное оружие, которое будет гореть долго? О, я давай поставлю. Напалмовая, Марк 77. Отлично, ой-ой-ой. Горит, горит, горит. Так, ну что, пиццерия потихонечку подожжена. Да что-то нам попахивает четвертая часть. Так, 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 так. Вас, короче, вы должны найти бомбу и нас быстрее. Короче, я заложу. Так, валим, валим, валим. Тушим огонь! А, у меня же огнетушитель есть, а пусть тушат, пусть. Еще попробуйте найти бомбу, если вы не успеете, бомба подгорит. Так, а я бомбу иду взрывать. Вот. Мы тут с тобой? Ну давай, давай, давай. О, горит. Ага. Я с огнетушителем, я его взорву сам. Я такой большой, что не могу нажать. Ребята, ядерная бомба небольшая. Прощайте, прощайте, охранники. Сейчас будет взрыв. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. О, есть, есть. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой, все горит. Вот это мы все уничтожили. Как всегда. Удачная запись. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и обострим мои ролики еще. А им все мало, все взрывать, все, чтоб сгорело. Молодцы.